Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я доцент кафедры машиностроительных технологий и оборудования ЮСГУ Зубкова Оксана Сергеевна. И мы с вами начинаем изучение курса «Детали машин». Тема нашей сегодняшней лекции – основные требования к деталям и узлам технологических машин. В курсе деталей машин изучают основы проектирования машин и механизмов. Целью данного курса является формирование у студентов базовых знаний об основных принципах проектирования машин и механизмов, критериях работоспособности машин, узлов и деталей, методах расчета деталей машин общего назначения, применение данных расчетов при проектировании и эксплуатации оборудования с учетом эксплуатационных требований и требований безопасности. Машина – это устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения физического труда человека. В зависимости от основного назначения различают энергетические, технологические, транспортные и информационные машины. Энергетические машины предназначены для преобразования любого вида энергии в механическую и наоборот. К ним принадлежат электродвигатели, турбины и другие. Технологические машины предназначены для преобразования материалов. Примером таких машин служат станки различных типов. Назначение транспортных машин – перемещение людей и грузов. Информационные машины предназначены для получения и преобразования информации. Машины состоят из следующих элементов. Механизмы, сборочные единицы, которые иногда называют узлами, и детали. Детали и сборочные единицы, в свою очередь, подразделяются на детали сборочной единицы общего и специального назначения. Механизм – это система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел. Сборочная единица, узел, есть изделие, состоящее из ряда деталей и имеющее определенное функциональное назначение. Например, подшипник качения, муфта, редуктор. Сложные узлы могут включать несколько простых узлов. Например, в редуктор входят подшипники, валы с насаженными на них зубчатыми колесами. Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марки материала, без применения сборочных операций. Например, болт или корпус. Среди большого разнообразия деталей и узлов машин выделяют такие, которые применяют почти во всех машинах – болты, валы, колеса. Эти детали, узлы, называют деталями общего назначения и изучают в курсе деталей машин. Все другие детали, применяющиеся только в одном или нескольких изделиях – поршни, лопатки, турбины, шпиндели – относятся к деталям специального назначения и изучаются в специальных курсах. Несмотря на большое многообразие современных машин, имеются общие требования, предъявляемые к конструкции машин, к их деталям и узлам. Требования к машинам следующие. Соответствие производительности машины заданным объемом и темпом работы. Обеспечение высокой надежности и долговечности, а также определенного срока службы машины в заданных условиях эксплуатации. Правильность выбора материалов и рациональных способов обработки. Соответствие конструкции машины ее назначению. Обеспечение минимальных габаритных размеров машин, затрат труда и материальных средств. Удобство доставки к потребителям. Привлекательный внешний вид машины. Конструкциям сборочных единиц предъявляются требования легкой сборки и разборки, простоты замены вышедших из строя деталей. Совершенство конструкции деталей оценивают по ее надежности и экономичности. Под надежностью понимают свойства изделия сохранять во времени свою работоспособность.
Экономичность определяется стоимостью материала, затратами на производство и эксплуатации. Работоспособность и надежность деталей машин характеризуются определенными критериями. По одному или нескольким из них проводят расчеты, цель которого – определение оптимальных размеров и материалов деталей. Часть критериев удовлетворяется заведомо или вообще не подлежит проверке. Некоторые критерии относятся не ко всем деталям. Важнейшие критерии работоспособности и расчета деталей машин – прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость. Значение того или иного критерия для данной детали зависит от ее функционального назначения и условий работы. Например, для крепежных винтов главным критерием является прочность, а для ходовых – износостойкость. При конструировании детали работоспособность обеспечивают в основном выбором соответствующего материала, рациональной конструктивной формой и размерами, по одному или нескольким критериям. Прочность – это способность детали сопротивляться разрушению и необратимым деформациям под действием предложенных нагрузок. Прочность является главным критерием работоспособности большинства деталей. Следует помнить, что разрушение частей машины приводит не только к простоям, но и к несчастным случаям. Различают разрушение деталей вследствие потери статической прочности или потери сопротивления усталости. Потеря статической прочности происходит тогда, когда значение рабочих напряжений превышает предел статической прочности материала. Это обычно связано со случайными перегрузками, неучтенными при расчетах, и со скрытыми дефектами деталей. Потеря сопротивления усталости происходит в результате длительного воздействия переменных напряжений, превышающих предел выносливости материала. Сопротивление усталости понижается при наличии концентраторов напряжений, связанных с конструктивной формой детали – галтели, канавки, скругления и многое другое, или с дефектами производства. Жесткость – это способность детали сопротивляться изменению размеров и формы под действием приложенных нагрузок. Расчет на жесткость предусматривает ограничение упругих перемещений детали в пределах допустимых для конкретной детали условий работы. Такими условиями могут быть условия работы сопряженных деталей. Например, качество зацепления зубчатых колес и условия работы подшипников ухудшаются при больших прогибах валов. Нормы жесткости деталей устанавливают на основе практики эксплуатации и расчетов. Значение расчетов на жесткость возрастает в связи с широким внедрением высокопрочных сталей, у которых увеличиваются характеристики прочности, а модуль упругости, характеристика жесткости, остается почти неизменным. При этом часто встречаются случаи, когда размеры, полученные из расчетов на прочность, оказываются недостаточными по критерию жесткости. Износостойкость – это свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения. Изнашивание – это процесс постепенного изменения размеров деталей в результате трения. При этом увеличиваются зазоры в подшипниках, в направляющих, в зубчатом зацеплении и других механизмах. Увеличение зазоров снижает качественные характеристики механизмов, мощность, коэффициент полезного действия, надежность, точность и другие. Интенсивность изнашивания, а следовательно и срок службы детали, зависит от давления, скорости скольжения, коэффициента трения и износостойкости материала. Для уменьшения изнашивания широко используют смазку трущихся поверхностей и защиту от загрязнения. Применяют антифрикционные материалы, специальные виды химико-термической обработки поверхностей. Следует отметить, что изнашивание выводит из строя большое число деталей машин – до 80%. Износостойкость деталей машин существенно уменьшается при наличии коррозии.
Теплостойкость – это способность материалов сохранять прочность, жесткость и другие эксплуатационные свойства при повышенных температурах. Нагрев деталей машин может вызвать следующие вредные последствия. Понижение прочности деталей и появление ползучести. Понижение защитной способности масляных пленок, а следовательно увеличение изнашиваемости деталей. Изменение зазора в сопряженных деталях, которое может привести к заклиниванию или заеданию. Понижение точности работы, как, например, в прецизионных станках. Виброустойчивость – это способность детали выполнять свои функции и сохранять свои параметры в условиях воздействия, превышающих вибрации заданного уровня. Вибрации вызывают дополнительные переменные напряжения и, как правило, приводят к усталостному разрушению деталей. В некоторых случаях вибрации снижают качество работы машин. Например, вибрации в металлорежущих станках снижают точность обработки и ухудшают качество поверхности обработанных деталей. Особенно опасными являются резонансные колебания. Вредное влияние вибраций проявляется также в увеличении шумовых характеристик механизмов. В связи с повышением скоростей движения машин опасность появления вибраций возрастает, поэтому расчеты на колебания приобретают все большее значение. Спасибо за внимание.